На смену ковшам и пескоразбрасывателям приходят метелки. Ликино-Дулевский дорожный ремонтно-строительный участок постепенно переоборудует технику к весенне-летнему периоду. Глава Ореховозуевского округа Руслан Заголовацкий провел рабочую встречу с руководителем предприятия, чтобы проверить готовность дорожной организации. Порядка 5 грейдеров. Ликино-Дулевское ДРСУ обладает серьезной технической базой. В ее арсенале 38 единиц техники, способные выполнить все виды дорожных работ. Территория обслуживания составляет более 550 километров. В общем, объем работ предстоит немалый. Это и локальный ямочный ремонт, это и нанесение дорожной разметки, работы весеннего характера по очистке, подметанию, уборке грязи, нанесению разметки на бортовой камень. Уже с 15 марта дорожные службы должны приступить к ямочному ремонту. Первыми в списке будут муниципальные дороги в городах Куровское, Ликино-Дулево и Дрезна.